Скончалась украинская артистка Оксана Воронина. Звезда сериала «Крепостная» ушла из жизни 30 июля. Скорбную весть обнародовала артистка академического театра русской драмы Алиса Тункевич. Она рассказала о кончине коллеги по цеху на своей странице Facebook. Время и место прощания пока не озвучены. Тункевич пообещала поделиться этой информацией. Неизвестные причины смерти 52-летней звезды сериала «Крепостная». Напомним, Оксана Воронина родилась 11 ноября 1967 года на Украине. Она окончила Киевский государственный институт театрального искусства. Актриса снималась в картинах «Гражданин», «Никто», «Красота требует жертв», «Близко к сердцу». В России Воронину знают благодаря роли матери Афанасия в сериале «Крепостная». Сериал «Крепостная» снимали в Украине в 2017 и 2018 годах. В нашей стране ленту начали транслировать 6 января 2020 года на телеканале «Россия-1». Картина очень полюбилась зрителям. Чтобы быть в курсе новостей шоу-бизнеса, подписывайся на канал, жми на колокольчик. Услышимся!